Hi guys, and I'm back with a new video reaction. So if you're new here, it's Chocolate Chum. Welcome to my YouTube channel. We have a great time to appreciate and acknowledge amazing artists by reacting to their songs. And if you're a returning subscriber, you know the drill. You're always welcome home. This is home. So I have a video of Diana is in the show Max Secret of Hermione. Guys, let's check it out. I know what the video is all about. Очень страшно, очень страшно, просто. Встречайте фантастический горностай. Как они так поют, это очень сложно. Ой, господи, это очень жарко. Нет, я не схожу с ума. Фон сайдов, Дайна. Всем доброе утро. Тут идут репетиции. Это, кстати, мой костюм. Это я. Похоже, да? Кстати, 8 утра. А, нет, 7:30. А, нет, 8. 7:30 я выехала. Я сижу, смотрю на свой костюм. Потому что не осознаю, что это для меня все сделано. Представляете? Там еще такая платформа, просто офигеть. Офигеть. Как купил цветы. Птица, вечером съемка первая. Очень страшно. Очень страшно. Просто. Уже по-человечески. То есть это чуть-чуть на соплях будет, но держится. Мой звездный час. Не снимай меня так. Господи, вот и стою. She can breathe. Все нормально? Направо, направо. Вот и костюм. Встречайте, встречайте, встречайте наш единственный и неповторимый, интригующий, фантастический горностай. Вау. Приготовились. Камера уже в моторе, музыка. Хорошо. И вперед. Плечо медленно. I won't lie for you. I won't.
Уходим, уходим, уходим. Спасибо. Not easy. Капец, мокро. The hustle is not easy. Life of a celebrity. Oh, the lips are broad and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I've been safe from work. Your voice. I wasn't amazed. California dream, she's beautiful. I'm such a witness time. Can you like milk? With or without makeup, she's still beauty. I woke up like this. Короче, шаурму я угадала. Она сейчас поет на репетиции. Это глюкоза. А еще я знаю ворона. Кто такой ворон? Спалился. Сегодня у нас будет много экспромтов. Это страшно, но почему-то я волнуюсь не так, как в первую программу. Мне здесь не на что поесть. Здесь вкусно кормят. Я вам скажу. Шикарно. Фуди! Я нечаянно на первой программе начала называть Киркорова на «ты». Короче, теперь я привыкаю к тому, чтобы говорить им всем на «ты». Нет, я не схожу с ума. Это подарок для Филиппа. Энергия превосходства. Нежный и лихой, щедрый и простой, словом любимый — это ты. The way she's joking, she's... She got it. Goofy. Все угорать просто в моменте уже. Рай. Просто еще надо вот это все вставлять, чтобы... Ах, какая сладкая судьба! И теперь нам только жить и жить! Я сейчас сделаю. Я сейчас сидел, я не понимаю. She sings well. Мне просто мои кишки сейчас вырвут. Как они так поют, это очень сложно. Женщина земной. И поет ночами сладкий. Ах, какая сладкая судьба. Только одна попытка. Я тебя твою. Ты не будешь ничей жених. Я не чай. У меня комната 30-13. Прикол в том, что цифра 1 и 3 это ключевые цифры в моем. В счастливом числе. Это очень хороший знак, я вам скажу.
потому что прошлую программу я, ну, для себя ее запорола, хотя комната у меня была та же самая. Но я чувствую, что сегодня я ничего не запорю, если так можно сказать. Вот такая комнатка. Такая вот небольшая. Мне кажется, я половину вырежу, что я здесь говорю, учитывая обстановку такую, что через общение с жюри по голосу узнали вообще половину маск просто. Я буду с этой программой, естественно, говорить не своим голосом. Вот таким вот. Всем привет! Я Горностай. Всем привет! Или, я не знаю. Или вот таким вот. Или вот таким вот голосом буду разговаривать я. Вот давайте вот таким. О! Мы нашли голос для Горностая. Да. Да. Опа, Горностай. У нас дальше будет такая песня. Вы закачаетесь. Опа, Горностай. Оп, оп. А меня не слышно? В смысле, подождите, меня, чтобы меня не было слышно. Клоун. Оп, 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 оп. Каким голосом надо оп делать? На Горностая похоже. Слышишь, как меня орут? Они гавкают вот так. Оп, Горностай. Готовимся к седьмой программе. Мне перестали страдать. Мне перестали страдать. Есть риск, что вообще, на самом деле, хотите, я вам понравилась. Сегодня очень плохо. Чисто физически. Очень сложно вообще, короче, было стоять на сцене, вообще вот в этом костюме, дышать сложно, все сложно. Вообще было стоять. У меня болит башка, у меня болит живот. Меня все раздражает. Я просто хочу домой. Sorry, мама, you can do this, you are strong. Sorry. Sorry. Я небольшая труба. Капец, как страшно, вы не представляете. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Это не на дубль. Друзья мои, я тут немножечко в слезах. Какой-то выпуск, 9-й, наверное, да. Второй выпуск подряд я попадаю в номинацию. Я понимаю, что я могла сделать намного больше. Я была такой сегодня очень молчаливой, обычной, никому нафиг не нужной и неинтересной маской. Сейчас придут меня гримировать. Я вот такая вот сижу, у меня грязная башка, я вся потная, вся заплаканная. Будут гримировать, потому что под маской нужно быть красивой, то есть будут открывать. Вот такие пироги. Да ладно! Secret of the mind. Я просто правильно. Сейчас понимаю, что мне нужно радоваться, потому что молодец. Впереди меня ждет очень много сроков. Спасибо вам. Все, только начинай. Кто подо мной? А под ним я. Диана Анкузинова. Горностай, здравствуйте.
чтобы участвовать в этом проекте. Это была моя самая большая мечта за последнее время, и она сбылась. И, конечно же, огромное спасибо Вайтмедиа, НТВ за то, что просто позволили мне сюда прийти. Я помню, как я на проекте еще в Мозгоон пришла. Мне вот 18 только что исполнилось, можно у вас поучаствовать в мастер? И мне такие, ну, мы подумаем. Прошел год, и они такие, давай, давай, приходи. И я такая, мы смотрим маски, я вижу Горностая, и я понимаю, что, ну, девочки, я влюбилась. Все, друзья, прощаемся, мы с Горностаем прощаемся. Девчонки, пока! Вот, сейчас снимаю штанишки, и я Диана Антонина. Давайте. Пока. Спасибо вам большое. Мы не прощаемся точно. Спасибо. Спасибо. Роллы я не доела, карбонар. Ну. Тимуха, Люси! Пока. Ну что, скоро увидимся, давай. Да. This video we just watched is everything beautiful. This goes to show that Diana is a very sweet soul. She's so down to earth. For her to show us her good time, her fun time, her bad time, even when she was crying, even when she broke down, she still showed us everything. Like, she carried her fans and her loved ones along. Like, when she's crying, which cannot even hold up, like she broke down and she still showed us, like she didn't edit that part out. That's to show how beautiful, how down to earth, how real she is. Like, I don't know if my eyes are deceiving me, but she looks so much like Cardi B, maybe younger version of Cardi B. I appreciate this video so much. And the moral of the lesson is that nobody is having it easy. Life ain't easy for anybody, even for the celebrities, even for the ones that we see that they are grinding, they are getting it. They're not finding it easy. They're still pushing, pushing, pushing. So guys, go out there and push your dream, no matter how difficult. If they can push, we are willing not to push, even break down. You can break down in the process. What matters is how you pick up. And keep moving and keep moving. One day everything will pay off. Guys, be inspired by Diana's video. Not to give up, but to keep pushing. Take a step at a time. Don't be hard on yourself. Learn to be kind to yourself. You have so much to live for. So no pressure. Support your girl by watching and subscribing to my YouTube channel. See you on the next one. Peace.